Всем привет, это Ростов-на-Дону. Обещал пацанам снять, как у нас замело. Все, смотрите, все замело. Все стоят. Все машины стоят, побросали его на дорогах. Хотел выехать со двора, вышел, смотри, тут не вариант, короче, выезжать. Вот этот Соболь, он откапывался и передумал, походу. И до сих пор метет, не знаю, что будет дальше. Вот он мой переулок. Сейчас посмотрим. Тут никто не старается откопать, чтобы машина выехала, почистить вас из двора. Чистят так, чтобы человек мог бы пройти и все. Все машины свои даже не пытаются заводить. Тут, конечно, вот чуть-чуть. Видишь, они все на улице. Поздравляю, в гараже. Да. Ну да, тут в гараж загнать, по-моему, вообще не вариант. Так, пойдем дальше. Ой, как холодно. Там сосед чистит проход, чтобы выйти со двора хоть можно было. Заходим во двор. Нива стоит, даже и не заводим. Потому что... Кстати, вот завел Паджеро, блядь. Да, тарахтит, боюсь заглушить, потом не заведу. Смотрите, выхлопное. А нет, там уже пробило сзади. То только завели, отсюда начало дымить, потому что там все. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, там ну. Ну вот так вот происходит. Дела у нас в Ростове. Вот. Пробило, да? Не знаю, как что сказать. Знаешь, что метет, еще и метет, не знаю, может... Не знаю, вот знакомый гараж ходил... Вот такой гараж. Знакомый ходил за хлебом, говорит, хлеба даже нету, не знаю. Говорит, нету нигде хлеба, блядь. Если, говорит, найдешь хлеб, купи мне тоже. А вот, кстати, мой гараж. Печечка. Конечно, чуть-чуть бардак, но... Только погоду все равно. Зато гараж теплый. А, запотело, все запотело, уже не видно ничего. В общем, всем пока, спасибо. Специально для канала Олег Нестеров Брест. Ставьте лайки, кому понравилось, кому не понравилось. Учитывайте, что первый раз снимал видео. Пока.